Ленинский проспект столицы. Стало уже традицией именно здесь проверять жизнью, экспериментом наиболее значительные новинки градостроения. Этот дом мебели – здание экспериментальное во многих отношениях. Здесь испытываются новые отделочные материалы, новые методы и формы торговли. Но главное – смелая конструкция здания. Обратите внимание на отсутствие опор во всей средней части огромного зала. Его покрытием служит безраспорная перекрестная система типа структура. Стандартные железобетонные плиты заводского изготовления с предварительным напряжением арматуры. Для их установки были использованы временные опоры, ведь покрытие способно держать себя само только после монтажа всех элементов. Разумеется, всему этому предшествовали точнейшие расчеты и проверка их на модели. Расчеты подтвердились. И вот самый большой в Москве мебельный магазин построен и принял покупателей. И покупатели приняли его. В магазине 200 рабочих мест. Для демонстрации мебели организованы фрагменты интерьеров. Это помогает представить, как покупка будет выглядеть у тебя в квартире. Хороший подарок москвичам сделали архитекторы и строители столицы.